Ну, наконец-то, новое измерение. Как же я мечтал снова вернуться сюда, после моего фейлового падения в песчаное море. Значит, наша задача сейчас — это по-быстренькому собрать вихревых слаймиков, огненных слаймиков и радужную курицу. Правда, сейчас их тут, наверное, сложновато будет найти. О, вот он, вихревой. А, это дервиш. Ну, будет, значит, вихревой. О, подожди, вот эта оранжевая фигня, она как-то меня настораживает. Походу, сейчас начнется тут аномалия. Ладно, чё, пошли. Надеюсь, что меня пронесет. Радужная курица, ну где же ты? О, огненные сейчас полетят. Огненные слаймики. Блин, а вот эта розовая штука, что это такое? Надо попробовать поймать ее. А нифига не поймаешь. Понятно, так. Где-то здесь. Во, иди сюда, дружище. Отлично. Еще парочку надо поймать. Опасно, конечно, здесь находиться, но... Оу, как мне прилетело нормально. Ну, что поделать? Вон, вижу. Огнезащитный костюм не помешал бы, конечно. А то я сейчас точно в шашлык превращусь. И последний, шестой. Все, огненных я собрал. Осталось только дервиш слаймов набрать. Ну где же? О, розовые курицы. Отлично. И здесь даже несколько. Заберем парочку. Смотри, кого я здесь нашел. И ты знаешь, что с этим делать. У меня как раз есть с собой скалистый плорт. Давай попробуем его вставить. Так. Ха-ха, все работает. Значит, мне нужно будет... О, там еще, смотри. Блин, там еще один есть. Значит, я пошел еще за одним плортом. В этот раз я с собой взял целых 3 штуки. Мало ли, вдруг тут еще где есть такие статуи. Ой, курица, это не то. Подожди. Тебе рано еще. Вот так. Так, значит, 2 мы активировали. Пойдем вниз, посмотрим. Может, там есть еще одна статуя. Так, здесь... О, ты посмотри... Точно. Еще одна статуя где-то должна быть. Сейчас мы ее найдем. Ага, вон она где спряталась. Нашел. Так. Сейчас сюда пульнем. Все. Вроде бы все 3. Пойдем в оазис. Глянем, что там у нас происходит. Фонтанище забил. Вот это круто. А я что, это могу взять? Нет? Ну-ка попробуем. Может отсюда? Подожди. Древняя вода. Вон оно что. Есть древняя вода. Так, пошли быстрее цветы поливать. Вот этой водой, походу, нужно вот эти цветки поливать. Все, я понял. Древняя вода. Сейчас мы польем. Иху! Возрождение, ты глянь только. Как круто, и какие слаймики появились. Смотри. Блин, просто роскошно. Какая вода интересная, кстати, смотри, я пуляю вон. Бум. Так, смотри, какие слаймики, надо взять их. Это мозаичный слайм, впечатляет. Как на него не посмотри. Конечно, впечатляет. Значит, несколько штук собираем. Забираем. Отлично, еще нужен последний. Последний, все, 6 штук. Отлично. Теперь у меня на базе будет еще и мозаичный слайм. Пойдем-ка водички еще наберем. Украсим этот мир. И быстренько пробежимся там, где есть цветки. Ого, что это такое? Офигеть. Радужное все стало. Прям как настоящий оазис. О, смотри, поле какое, я выхожу с него. Блин, круто. Очень красиво. Так, цветочек, мы тебя поливаем. Не тем полил. Подожди. 5. Воу. Крутотенечка. Так, вихревые слаймы, мне нужно вас парочку штук взять. И вот этот вот цветочек тоже сейчас польем. Ой, промахнулся. Ну, не чудо ли, а? Ну все, пока здесь все, возвращаемся домой. Пока тебя не было, достижение какое-то мне дали. Чё? Тут что-то произошло странное. Да вроде бы все норм, слава богу. Значит так, открываем здесь загончик и впускаем сюда мозаичных слаймиков. О, какие они красавцы! Все, я для них все купил. Так, мозаичный, чё вы там любите? Любимое ваше блюдо это... Сейчас прочитаем. Пастернак серебристый. Не знаю, где такой пока водится, не встречал. Но думаю, найдем. Ну, а пока ешьте око-око. Собираем все плортики, которые они нам надавали. 6 штучек. Ого, какие они сияния испускают. Прикольные. Так, значит, знаешь, с кем я хочу их скрестить? Правильно, с охотничьими. Чуваки, привет. Настало ваше время.
Кушайте плортики мозаичные, посмотрим, в кого... какие они злые-то, слушай-ка. Нифига себе, они как бомбят. Мощно. Чё-то, кажись, я не того породил. Ёкарный бабай. У вас там еда-то есть? Блин, у них еды нету, надо их покормить. Не знал, что мозаичные охотники... это зло. Так. Поскольку они теперь могут есть и мясо, и овощи, надо их покормить быстренько морковкой. Кушайте. Давайте, не злитесь, кушайте. Во, вот это другое дело. Ну все, успокоились. Ядрен батон, что это здесь за огни какие-то? Вы мне тут это, загон не зажгите. Ну все, вроде бы успокоились. Надо им это здесь, шарманку сделать. А то они очень буйные. Шарманочку купить. Вот, пускай их успокаивает. Воу, ребята, да хватит мне загоны поджигать уже, а? Теперь вы начали. Да, вот этот прикол. Ну вы, конечно, мощный. Я думал, вы безобидные мозаики, они тут как жиганут. Смотри. Бабух. Короче, они испускают вот такие вот розовые штуки, которые поджигают все. Очень опасно с ними тут тусить. Так, курицы выпускаем вот сюда. Радужные курицы, плодитесь. Вы мне нужны, чтобы накормить того чудного горда. Ну, а мы тем временем вернулись к нашему насосу. Он тут уже накачал, давай посмотрим, что же он накачал. Воу. Соляных растворов-то сколько, круто. А, там еще и пара нефть. Да, он продолжит качать, здорово. Качай, мне нужно побольше глубинных соляных растворов. Так, вот этих ребят, огненных слаймов и дервиш слаймов, мы разместим пока сюда. Временно, естественно. Это будет временный загон. Так что, пока пойдет. Так, ребят, заселяемся с новосельем вас. Не разнесите, правда, здесь загон. И дервиш мы вот сюда сейчас закинем. Но вы, ребята, далеко не улетайте на своих вихрях. Вон, уже полетели. Полетели уже. Ай-яй-яй. Подожди, а как-то огненные у меня исчезли. Ну, капец! Вот же ж я, это же пещера, здесь сыро и холодно, он, наверное, просто потух. А ну-ка, давай посмотрим слаймопедии, чего там написано. Так, слаймопедия. Огненному слайму нужен пепел для выживания, и он быстро потухнет, если его слишком надолго оставить на любой другой поверхности. Вон оно, чё, мне ж тут пепел им нужен. Значит, это дело не в пещере. Так, давай построим эту сжигательную машину, посмотрим, как она там выглядит. Мусоросжигатель, так, покупаем его. Ого, какая штука прикольная. Значит, теперь здесь нужно купить поддон для пепла. Вон он какой. Не, ну это, конечно, муторно с этими огненными слаймами. Столько сил и трудов, надо бы их с кем-то скрестить. Ну, как дела у нашего насоса? Посмотрим, что ты там накачал. Так, отличненько, что это у нас? Блин, глубинный соляной раствор, всего одна штука, ну ёкарный бабай. Если насос качает очень мало, значит нужно сделать что? Правильно, поставить больше насосов. Так, где у нас тут продвинутые насосы? Изготовить. Готово. Ну что ж, пойдем сейчас его влепим куда-нибудь. Значит так, насос, куда бы тебя поставить? Давай мы, наверное, тебя поставим, а вот здесь рядышком. Вот так. Установить. Ну вот и славненько. Пошли-ка я тебе сейчас кое-что покажу. Смотри, какой трофей себе прикупил. Огромный светящийся в ночи каменный слайм. Да, ну типа статуя. Вроде норм, да? Пойдет. Я немножечко подремал. Вот, настал день. И можно уже пойти собрать, что у нас тут есть в насосах. Блин, опять один соляной этот раствор. Так, уйди отсюда, пушистый, скалистый. Вон, купни сиди. А тут у нас... Ну-ка давай, выплевывай. О, побольше уже, отлично. Так, не понял, это как ты? Стопы, я ж тебя не уничтожал. Чё, всё-таки у этих насосов есть лимит, что ли? Ну вот, я-то уж думал, они вечные. Ну вот, значит, на один телепорт я накопил соляного раствора. Где этот телепорт, технологии? Во, розовый телепорт. А, розовых этих портов не хватает, сейчас быстренько. Ну вот, теперь все хватает, отлично, изготовить. И теперь нужно будет сейчас бежать и ставить его в параллельной вселенной, или как она там, короче, в другом измерении. Смотри, как они красиво переливаются, такие невидимые блестяшки. Привет, красавцы. Итак, куда же поставим розовый телепорт? Розовый телепорт я поставлю, ну давай вот сюда, в центре прям. Технология, розовый телепорт, установить. Во, красава, только почему розовый, непонятно. Ладно, теперь нужно телепортнуться в другое измерение. Ну, вот мы и прибыли в другое измерение. К
Куда бы только паста... Ух ты, подожди-ка, я вон ту рухлядь так и не видел раньше. Надо бы туда взобраться. Сейчас туда слетаем. Вот мы и забрались наверх. Ай, понятно, здесь водопад этот. А давай-ка здесь телепорт разместим. Где я тут могу разместить? Блин, здесь походу вообще нигде разместить не могу. А, не, вон есть место, смотри-ка. Во, огонь! Не, здесь не буду, знаешь где? Возле города. Возле того города сейчас разместим. Вот здесь вот сейчас и разместим. Прямо вот тут вот по центру, если нам разрешат, конечно. Сейчас посмотрим. Так. Ну, вот тут вот давай. Давай вот сюда влепим. Технология. Установить. Вау, как меня сразу перебросило-то, ё-моё. Ну вот, слава богу, теперь я могу телепортироваться прямо в другое измерение со своего дома. Ну что ж, за сегодня мы сделали довольно много. Даже телепорт поставили. Вот, поэтому с тебя лайкосик, крутой комментосик. Хе, и обязательно не забудь подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить крутого следующего видосика. Ну все, пока, до следующего видео. Так, что я здесь еще? Ларго, тему покормим в следующей серии, это точно я тебе говорю.